Дорогие мои друзья и зрители моего канала, всем привет! Сегодня 20 июля. Вчера должен был показать ежемесячные обзоры ягнят. Вчера я достригал двух последних трехмесячных ягнят, двух ярочек. Муцатор, как всегда, привязанный, потому что он товарищ у меня любвеобильный. Автоматок хочет осеменять 24 часа в сутки, но он не хитрый. Когда овцы ходят по двору, он за ним не гоняется. А как в сарае, он знает, что им особо деваться некуда. Их начинает тут прессовать. Ягнята. Старшим уже 5 месяцев, младшим 3 месяца. Вот. Ну, покормление. Кормление тут я точно так же. Отруби. Днем трава, вечером сено. На 20 голов. У меня сейчас идет в сутки 9 килограмм отрубей. Травой даю волю. И 3 килограмма сена вечером. Так, для жвачки. И у меня к вам огромная просьба придумать клички четырем яркам, которых я хочу оставить в розовод. Одной яркой кличке я уже придумал, это Мулатка. Вы уже и видели, где, кстати, стоит она. Мулатка, ты где? Мулатка! Ну, чуть-чуть умер. А, вот она стоит, кстати, вот она. Усенька стоит. Вот. Сейчас я этих ярко покажу. Держи. Ай, нет, это барочек. Вот одна ярочка. Вот это ярко. Рыжая. Ей надо придумать птичку. Вот это яркий. Все? Когда? Угу. И последний черный ярочки маленький. Трехмесячный. Где она, кстати? И вот последняя часть, четвертая ярочка. Ну, ярочки я вам показал, каким надо дать кличку, придумать кличку. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем желаю мира, здоровья, добра. До новых встреч. Пока-пока.